Фееричное карнавальное шествие, эксклюзивные и экстремальные трюки, цирковые представления – все это стало визитной карточкой Сочи во время незабываемых цирковых дней. В этом году организаторы Международной профессиональной цирковой премии «Мастер» подготовили еще более насыщенную программу. 90% шоу, мастер-классов и спектаклей с участием именитых звезд впервые будут показаны на российской земле в Сочи. Здесь будут спектакли с участием Славы Полунина и его театра. Гидеон Кремер, большой музыкант, приедет участвовать во всем этом многообразии каких-то наших мероприятий, наших шоу. Здесь будут большие имена, которые уже сегодня заявились на то, чтобы получить эту премию. Мы ждем здесь и Финци Паска, мы ждем здесь основателя цирка Дю Солей, Гили Либерте. Мы ждем здесь больших клоунов. Вновь сюда приедет и Олег Попов, и Дэвид Шайнер. Известный клоун Билл Ирвин, известный американский клоун. Весь цирковой мир разместится на более чем 5 площадках курорта. Церемонии премии «Мастер» пройдут по традиции под куполом цирка, а на площади вновь заработает парк аттракционов. Состоится смотр оркестров и впервые по ночам пройдут показы фильмов. Молодые таланты цирка и любители покажут свое мастерство на сцене летнего театра, а зимний представит танцы на струнах и премьерный спектакль «Снежная симфония». Впервые же состоится и показ цирковых искусств на детских площадках города. «Мастер» 2016 обещает быть грандиозным. Сроки его проведения стыкуются с 9-ми всемирными хоровыми играми. Поэтому гостей в июле Сочи примет огромное количество. И готовятся к мероприятию как организаторы цирковой премии, так и власти города. Мы сегодня плотно очень отрабатываем все вопросы. И в связи с тем, что большая зрительская аудитория, мы отрабатываем все вопросы, связанные, во-первых, с комфортом проведения всех конкурсных мероприятий на всех площадках городских, где это будет проходить. Второй вопрос, который, естественно, на повестке дня, это вопрос безопасности, поскольку это большое количество участников. Все рабочие вопросы и задачи сегодня были обговорены во время встречи организаторов цирковой премии с заместителем главы города и представителями отраслевых управлений. Утвержденная программа премии «Мастер» 2016 будет доступна сочинцам уже в середине мая. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.